Калифорния, Навата, Сити Холл. Навата, Нортон, Калифорния, американцы. Сити от Навата. Prices are so high here. This is nice area. Big white, no criminal. City Hall. А теперь по-русски то же самое. Навада, Северная Калифорния, Marin County. Чуть-чуть севернее Сан-Франциско. Очень богатый каунти. Входит в пятерку самых богатых США. И цены здесь достаточно дорогие, высокие. Дорогая недвижимость. Самая дешевая квартира будет стоить 500 000. Дома начинаются с 600-700 тысяч. Серьезновато. Вот, но цены по-прежнему идут вверх. Но в любом случае это выгодная инвестиция, потому что можно заработать, я думаю, appreciation, то есть рост стоимости жилья. То есть купить по одной цене. Продать потом можно несколько раз дороже. Или можно использовать как rental property. То есть купить, затем сдавать в рент. Много очень программ по оформлению mortgage. То есть можно ипотеку взять. Процент начинается от 3-4%. И потом эти проценты по моргичу и страховку можно списывать с налогов. Тоже выгодно. На любом случае, выгоднее иметь свое жилье, чем рентовать. Потому что рент – это деньги на ветер. Когда человек покупает недвижимость и выплачивает ее потом, то есть все деньги, который он вкладывает на моргич, входит в стоимость его жилья. На мой взгляд, это намного выгоднее, чем просто рент. Даунтаун Навата. Очень тихий, спокойный город. О, это Друидс Холл. Да, окей. Цены по-прежнему в Калифорнии идут вверх. Навата находится в 30 минутах езды от Сан-Франциско. Очень близко. Но здесь достаточно много разных работ. Много IT-компаний, дизайнерских. Ну и как ни странно, цены здесь практически такие же, как в самом Сан-Франциско. Потому что здесь очень хорошие школы, рейтинги хорошие. 9, 10 из 10, то есть по максимальной. По шкале из 10 максимум 10. Поэтому люди предпочитают здесь жить. Новые дома, новый building, новый building. Alligator Avenue. Там находится Whole Foods. Все в зелени. Очень красиво. И недвижимость выросла в среднем на 15% в сравнении с прошлым годом. То есть, как я уже сказала, можно купить и заработать на разнице стоимости жилья за предыдущий год. Или потом просто сдавать эту недвижимость. И жильцы будут оплачивать моргич. Так что обращайтесь в нашу компанию. Ниже указан веб-сайт myhomesus.com. Подбирайте себе недвижимость, начинайте инвестировать. Можно начинать с маленьких шажков.
потихоньку инвестировать, вкладывать. Недвижимость самая надежная, потому что есть товарный оборот. То есть залог, даже если цены пойдут вниз, в любом случае можно будет получить деньги, заработать на продаже недвижимости. Можно ее просто-напросто продать. Затем или сдавать в аренду, получать аренду, доход от аренды. Так что ниже я укажу все данные, обращайтесь, будем смотреть, подбирать инвестиции. И у нас еще есть краудфандинг, то есть несколько людей либо компаний объединяются, вместе инвестируют, и доходность составляет более 15%. Желаю удачи в инвестировании. Всем пока!